Макс, привет. Да, привет, Ярослав. Что мы сегодня делаем? У нас сегодня полировка волос. Процедура очень непростая, в принципе, но очень распространенная в салонах и парикмахерских. Поэтому я сегодня вам покажу, как работать с полировщиком и также применить специальный утюг для этого дела. Да. Покажешь, как он выглядит? Да, конечно. Так, что это у нас? Так, это у нас полировщик, насадка для полировки. Угу. Вот, теперь у нас утюг, вот сам утюг. Сейчас мы его разберем. Вот, самое главное, что идет здесь, в этом утюге, это именно кассета, которая съемная. Вот. Кассета наполняется водой специально, это вода, именно можно покупать ее в аптеке, дистиллированная. Заправляем сюда, ставим и работаем. Как работает утюг? Утюг работает здесь за счет того, что стоит такой датчик. Датчик нагрева не просто, а звуковой, ультразвуковой вариант работы. 230 градусов, все регулируется, все четко и хорошо. Также есть именно кнопка on-off, то есть, которая включает и выключает именно саму подачу пара. Угу. Можно не работать паром, можно работать утюгом. Если вам нужен пар, вы включаете и работаете вариант. Да, фирма Babyliss, кто не знает, вы можете эту плойку приобрести на сайте zsus.com. Да, давай продолжим. Вам утюжок по внешнему виду? Я еще не видела. А какой у вас утюжок дома? По-моему, фирмы Гамма. Гамма? Да. Ну что, вы довольны? В принципе, да, но привлекает в этом утюжке то, что здесь есть паровое утрамление волос. Я так понимаю, менее вреден для самих, опять же таки, волос. Да. Вот, поэтому как бы это приобретаем. Плюс дизайн очень такой симпатичный. Обратите внимание, значит, вот мы заправили кассету водой, да, вот, в принципе, никаких нет ни капель, ничего не течет. Угу. Он очень безопасный, и можно не переживать о том, что где-нибудь куда-нибудь что-нибудь ударит. То есть работает очень хорошо. Да. Почему хорошо совмещать полировку и именно эту плойку? Почему? Потому как обычный утюжок просто равняет волосы, запаивает кончики, больше ничего. А именно наш утюг, который вот Babyliss Pro Ultrason, работает так, чтобы концы можно было не просто сжечь, а еще проработать их паром. Угу. Это дает именно не сечение концов, а именно как вот в хорошем варианте отработки. Да. Вот показываем, вот как вот первый. Или как работает сам утюжок. Это на каком у нас сейчас градус? Это у нас стоит на максимум 230. Специально для того, чтобы показать, что утюг действительно безопасен. И пар здесь не от волос, а идет именно из-за воды. То есть проработка так вот хорошим вариантом выпарителя. Угу. Видите, сколько пара? На волосах нет ничего, ни бифазы, ни каких-то масок там определенных. Просто с помощью пара можно хорошо посмотреть на концы. Когда вы проровняли концы, сразу видно на волосах те проблемные места, которые бы можно проработать именно нашей насадкой. Полировщик, кстати, можно применять и до утюга. То есть, если вы переживаете о том, что вы какие-то моменты не отработаете полировкой, то можно сделать это до, и только потом запаять это специальным утюгом. У нас обычно мастера делают таким образом. Работают полировкой, выбирают очень большую массу волос. Из-за этого не поймешь, где действительно здоровые были волосы, а где посеченные. Но наш утюжок нам покажет это очень хорошо и прекрасно. Что за машинка, Максим, у тебя в руках? Значит, для любителей машинок Moser или Jaguar. Точно такой же вариант. Наш полишин подходит даже на Jaguar. То есть здесь не надо ничего переключать. Здесь идет работа в обычном варианте. А сколько раз эту процедуру надо делать, шлифовать волос? Ну, в принципе, во всем мире делают в тот момент, когда именно идет стрижка волос.
То есть, в принципе, после того, как сделано окрашивание, можно проходить. Или же тогда, когда клиент приходит просто на кончики. Можно не убирать эти кончики, а пройтись полировочной насадкой. Это очень модно, хорошо. Сейчас во всем мире идет тенденция не деления головы на зоны именно, а вот работа насадкой. Насадкой, ножничками подработали, и все выполнено. Вот наши волосы, вот наши кончики. При этом это быстро, качественно. Ну, я думаю, что в дальнейшем наберет свой оборот. Ты какая у нас сейчас стадия? Конечная? Конечная. Мы уже продвигаемся к концу. В принципе, нам осталось только портальную зону проработать и все. Смотрите, да, статика тут убирается. То есть во всех остальных бы утюгах сейчас бы поднялась елка. И вы бы не знали, что сказать клиенту, или же говорили, сейчас я доработаю воском, и у вас ничего не будет. А здесь мы делаем все руками. Вот посмотрите, раз, и волосы ровные, красивые. Никаких проблем. Мы все прекрасно понимаем, что насадка полировщик, она пластиковая. И из-за этого может создаваться вот такое неправильное мышление о том, что она создает большую статику. Поэтому нужно брать специальный утюг и делать это так, чтобы потом все выглядело профессионально и максимально точно. Завершающий этап мы немножко прорабатываем кончики для более достижения блеска волос. Услуга занимает по времени меньше, чем любая женская стрижка. То есть, допустим, как бы у нас вот сейчас волосы длинные, да, вот считается это во многих парикмахерских третья длина, то есть, в принципе, то по времени полчаса вам будет достаточно. То есть, обратите внимание, здесь не было ни пены, ни двухфазников, то есть, это чистые вымытые волосы и проработанные с помощью нашего утюга. Красивые кончики. Обратите внимание, как лежат концы, да? То есть вот, ни одной работы ножницами здесь не было. В конце итоги подведи, пожалуйста, по плойке. Как все по функционалу, как в руке лежит и комплектация? Комплектация идет вот такой хороший коврик, который не дает скользить по столу. Также в комплекте идет специальная балочка для чистки такого луча, который нагревает. Идет кассета вторая, это очень удобно. Значит, если вы работаете с длинными волосами, вы сразу заправляете две кассеты и просто их меняете в процессе работы. Две кассеты на длинные волосы нам хватает идеально. В руке лежит хорошо, менять ее не хочется. Я рекомендую эту плойку именно тем людям, которые хотят полировать волосы, особенно это делать мастерам. Хорошо, спасибо тебе большое. Сейчас мы завершили нашу работу и хотим предоставить слово нашему клиенту для того, чтобы она оценила работу. Очень приятные волосы на ощущения. Гладкие, бархатистые. Буду всегда делать такую процедуру. Ну что, мы плойку поменяем? Спасибо. Гамма да, на выбились. Да, поменяем. Скажите, волосы прекрасные, все на ощупь. Да, вообще, как я не знаю, как будто я каким-то бархатом намазываю. Очень красиво. Спасибо большое. Пожалуйста.